Приветствую на канале «Китай поможет». Сейчас не обзор, а просто распаковочка товара с Алиэкспресс. В случае спора будет как доказательство, например. Здесь должен быть Mi Band 7 от Xiaomi. Браслет такой же, только это 6, а заказал 7. Заказал где-то за 2100 рублей. Сейчас он стоит в основном дороже, это китайская версия. Называется теперь не Mi Band 7, а Xiaomi Smart Band 7. Как сказал ранее, это китайская версия. Потому что она была дешевле, заодно посмотрим, как будет приложение отображаться. И российский язык будет поддерживать. Обзора нет смысла делать, так как это уже не новинка. Куча обзоров есть на YouTube. Так, если все окей, ссылочка будет в описании на продавца, где я заказал. В комплекте инструкция, так как эта версия китайская, значит инструкция на китайском полностью. Кабель для зарядки, кабель 1 в 1, как у Mi Band 6. Дальше, собственно, сам браслет, экран немножко побольше. Ну, 64% заряжен. В Zep Life приложение зайдем. Сканируем QR-код. Обновление системы какое-то прилетело. Добавлены интервальные тренировки для некоторых видов занятий спорта и пофиксили некоторые баги. Ну, пусть обновляется. Если сравним 6 и 7, вот так вот. Оба на максимальной яркости. Потянуть вниз это уведомление. Вверх это менюшка. Индикатор жизнеспособности какой-то. Это пульс, ПАИ, измеряет уровень кислорода, тренировки, запись тренировок, это какая-то статус тренировки, стресс, сон, Alipay, погода, музыка, будильник, настройки, фонарик есть, прикольно, женское здоровье, дыхание, секундомер, обратный отсчет, найти мой телефон, события. Удаленная фотосъемка. Фонарик, что такое? Включить. А, прикольный фонарик. А, прикол. Есть даже фонарик. Вот настройки дисплея можно. Яркость и так далее. Все это. А, еще основная фишка здесь где-то была. Дисплей. Always on display. Экран всегда включен. В общем, видим, что русский язык поддерживается адекватно. Пульс меряет, плюс-минус совпадает. Показания в целом работает. Это радует, так что можно заказывать смело, если вам нужно по ссылочке у этого продавца. Спасибо за просмотр. Ссылка для заказа данного браслета будет в описании к видео. Пока.